Делегация Корейского университета Ханьян посетила Инженерный институт Казанского федерального университета. На повестке дня стояли вопросы обсуждения направлений для сотрудничества и ознакомления с инфраструктурой КФУ. Представители университета Ханьян смотрели выставку Инженерного института КФУ с разработками ученых в области робототехники и 3D-моделирования. Казанский федеральный университет впечатлил нас своими возможностями, в особенности фундаментальными исследованиями. В частности, мы заинтересованы в прикладных технологиях, а точнее инженерных. Мы хотим узнать, возможна ли связь фундаментальных исследований и новых технологий, разрабатываемых здесь. Ранее делегация посетила музей истории КФУ, осмотрела императорский зал и ленинскую аудиторию. В голубом зале КФУ состоялась двусторонняя встреча, в ходе которой обсуждались возможные ветви сотрудничества. С утра я встретился с некоторыми специалистами информационных технологий. И поскольку наш университет специализируется на данном направлении, я хотел бы как раз установить сотрудничество в этой области. Ли Ки-джунг отметил, что в прошлом году на уровне Министерства образования России и Кореи был подписан меморандум о взаимопонимании в сфере высшего образования. Поэтому предполагается сотрудничество не только в области инженерных наук, но и во всех возможных сферах, в том числе гуманитарных. Диана Шилова, Андрей Багаудинов, Универньюз.